В Московской области и в Ленинском городском округе, в том числе, в целях профилактики перевозки опасных грузов сотрудниками ГИБДД с 9 по 15 декабря проводился рейд, который так и назывался «Опасный груз». Инспекторы останавливали для проверки специализированную технику. К слову, в регионе в настоящее время более 3500 транспортных средств, предназначенных для транспортировки опасных грузов. По результатам рейда на территории Ленинского муниципалитета было выявлено несколько нарушителей.